Это Фиби у нас. Очень ласковая кошка. Серебристая шиншилла. Совсем недавно мы ее забрали от мамы. Очень себя хорошо показывает. Сразу же начала ходить в лоток. В общем-то, очень умная кошка. Спокойно себя ведет, ничего не рвет. Но это возможно пока, конечно. Да, Фиби? Смотрите, как она мурчит. Фиби у нас с родословной. Тихо-тихо, не бойся камеру. Еще не привыкла к камере она. Не бойся. Котенка всего 1,5 месяца. Маленький котеночек. Перевернем. Кошку. Перевернем. Да? Че перестала мурчать? Че перестала мурчать? За мухами охотишься? Где муха? Где муха? Так она обычно под диван садится. Не сидит, там спит. Полезла куда. Лёва игрушки накидал. Фиби. Кс-кс-кс-кс. Охотится за мухами. Кошка. Фиби. Фиби. Возможно, проблема этой породы, не знаю, но постоянно у нее гноятся глаза, то пыль какая-то, грязь попадает туда. В общем, скорее всего, это по породе так идет, что у них глаза очень большие, почти на всю морду, но на половину морды точно, и мордочка у них плоская. Из-за этого, скорее всего, постоянно проблемы с глазами. Сама с собой играет, играется. Можно потом с ней поиграть, там, с Лазером. Тоже играется очень игривая кошка. Но при этом очень-таки спокойная. Спит с нами, кстати. То есть она не может быть без людей.
Ей постоянно надо было, чтобы кто-то рядом постоянно. С хвостом играется. Порода мне очень это понравилась. Вообще. Очень умные кошки. Вот, сразу сходила в туалет, пописала, покакала. Используем вот такой вот наполнитель. 365 дней пока купили. Не знаю, может, что посоветует другой, но пока что он нас устраивает. Свою функцию, по крайней мере, выполняет. Такой наполнитель. Но это не реклама, просто взяли, вам показываем. Такие вот зерна. Лёва её гоняет, прям конкретно. Она его боится. Как только слышит, что Лёва кричит или идет, она сразу прячется. Потому что он ее таскает за хвост. Вот она я. Вот Пиби. Вот Лев. Видите, охота началась. Все, она удрапала. Сразу же удрапала от него. Лев там еще будет искать ее. Где Фиби? Коробку взял какую-то. Срочно нужна коробка Леве. Где Фиби? Если Лева таскает, мы его ругаем. Нельзя Лева бежать, кошечек. Маленькая кошечка. Понимаешь, что маленькая? Маленькая кошечка. Не надо. Не нужна тебе камера. Не надо. Потом я тебя научу снимать. Будешь снимать видео. Где Фиби? Где Фиби, Лев? А Фиби где? Нету Фиби. Где Фиби? Нету Фиби. Убежала. Боится она тебя, боится. А пойдем. Пойдем туда посмотрим. Может, она там? Пойдем туда. Смотри сюда. Где-то, может, там. Нет, там нету, Лев. Нету Фиби. Нету. Нету там ее. Ну-ка, там пойдем. Пойдем посмотрим. Пойдем. Вот она сидит. Вот она. Вот она. Там она, Лева. Не надо ее гонять. Пускай она сидит. Она обычно спрячется от него и спит там под диваном. Все, 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 пойдем. Вот она, кошечка. Он сразу, Лев увидел ее и сразу кричит, визжит. Ему нравится очень кошечка. Но он пока не понимает, как с ними. Что ее надо гладить, а не таскать за хвост. Вот видите. Что делать? Его надо гладить, крысу. Гладь. Надо гладить так. Так гладить ее надо. Так гладить. Гладить надо. Так гладить.
Гладить надо кошечку. Так, гладь, гладь ее, Лев. Лева, гладь кошечку. Так, гладь ее. Давай. Давай, гладь ее. Что это такое? Откуда ты взял-то? Иди гладь кошечку. Фиби. И вот так, когда лев придет, она вот так вот лягет под диван и лежит от него спрятавшись. Потом, как лев уснет, она выходит, бегает, играет. Он Лева бежит. Лева бежит. Лева бежит опять. Бегает, играет. А потом, как он проснется, услышит его сразу. Он говорит, гладь, да, молодец, гладь. Гладь, кисочку. Фиби, гладь. Надо гладить Фиби. Да. Надо гладить Фиби. Гладь, гладь ее. Гладь Фиби. Да, гладь ее. Вот такая кошка.